Добрый день! Сегодня у нас пойдет речь о том, какие средства в аюрведе используются для нервной системы и для человеческого мозга. Чтобы объяснить смысл этих трав, необходимо немножечко затронуть такую эзотерическую тему, как тема трех гун. Древние тексты говорят, что все в природе состоит из трех гун – сатвы, раджаса и тамаса. Сатва переносится как гуна благости, раджас – это гуна страсти, как бы королевская энергия. И тамас – это гуна невежества, гуна подавленности. Точно так же и все, что окружает нас в мире, все продукты, все травы можно поделить по воздействию как травы гуны сатвы, раджаса и тамаса. Первые приносят ясность нашему уму и телу, гуна сатва. Раджас приносит энергию и приносит желание двигаться. И тамас приводит подавленности и дает усыпляющий эффект. Начну с худшего. Тамас – это подавленность, это вялость, это инерция, это сонливость. К гуну тамаса несут в себе всевозможные наркотики, большие дозы алкогольных напитков, мясные продукты и так называемые транквилизаторы. Из лечебных трав это ярким примером является растение валерьяна, которое дает усыпляющий эффект, средства тамаса используются, когда человеку нужно успокоиться. Раджас, энергию движения, несут в себе специи, и по воздействию на мозг это несут такие травы, как чай и кофе. Фактически в мире западной медицины все средства, действующие на нервную систему, делят на две категории. Либо это успокаивающие транквилизаторы, либо это стимуляторы. И только в аюрведе известно о травах, принадлежащих третьей гуне – сатве. Сатва – это все, что несет ясность и спокойствие. Валерьяна тоже несет спокойствие, но она не несет ясность. Кофе несет тонус, но она не несет ясность, она несет беспокойство, она несет гиперактивность. Всего несколько трав в аюрведе обладают чистым сатвическим эффектом на мозг. И номером один является растение брахми, или брахми, как ее пишут в русской транскрипции. Эта трава при приеме внутрь проясняет ум, делает его ясным и спокойным. Многие люди принимали брахми, в частности, для подготовки к экзаменам, когда нужно за короткое время запомнить большие объемы информации. И интересно, что в отличие от те, кто принимал кофе или какие-то стимуляторы, после приема аюрведических средств не остается чувство усталости после приема такого так называемого абстинентного синдрома. В современном мире под термином брахми подразумевает несколько растений с разными ботаническими названиями. Некоторые отождествляют брахми с растением Centella asiatica, некоторые с азиатским водолюбом, а некоторые с растением Bacopa mornei. Здесь у меня находится трава растения Bacopa. Все эти растения, их отличают акцент по воздействию на определенные доши, но все их объединяет сатвический эффект. К тому же действие брахми можно регулировать, добавляя другие растения из уже известных нам расаян. Если добавить ашваганху,
то это будет больше состав, придающий силы, столь необходимый вата-доши, снизит эффект беспокойства. Если добавить шатавари, поможет справиться со злостью и раздражительностью, которая свойственна питте. А если добавить пунарнаву, то поможет избежать депрессии, столь свойственной кафе. Применять ее очень просто. Можно просто съедать порошок и запивать его водой или молоком. Либо можно сделать его, из него чай. Также его можно сделать чай, из отвар сделать на воде, а можно сделать на молоке. Отвар на воде получается более успокаивающий, а отвар на молоке более питающий и дающий пищу и для мозга и сознания. Разновидности брахми можно приобрести в компании «Антикриза», а также в интернет-магазине по адресу pureherbs.eu.